Меня зовут Сергей Бубенец, я работаю в общественной организации «Комитет против пыток», руковожу московским филиалом, также являюсь юристом сводной мобильной группы в Чеченской Республике. Сегодня я выступлю как отдельно, скажем так, физическое лицо, выскажу свою собственную позицию, которая не относится к позиции моей организации. Хочу рассказать про то, про работу сводной мобильной группы в Чечне немножко, совсем кратко. Начали мы работать в 2009 году, занимаемся расследованием пыток и похищений граждан, именно жителей Чеченской Республики, именно в Чечне. Начали работать после прокатившихся в 2009 году по Северному Кавказу убийств правозащитников, в том числе и после убийства Натальи Естемировой, скажем так, это стало такой точкой невозврата, после которой стало понятно, что работать в Чеченской Республике просто так, простым правозащитником, невозможно. То есть жить и работать там – это опасно для жизни своей, жизни родственников. Решили придумать что-то новое, что каким-либо образом обезопасит, но не прекратит работу и существование на Кавказе правозащитных организаций, поэтому… Если не ошибаюсь, 28 правозащитных организаций, в том числе Комитет против пыток и Мемориал, решили создать так называемую сводную мобильную группу, в которой будут ездить юристы по смену вахтовым способом на месяц, после чего будут их менять другие работники. Работать я начал в сводной мобильной группе с 2011 года. Не видел я ни первой компании чеченской, ни второй чеченской компании. Когда шли сводки с телевидения, я учился еще в школе и мало, честно говоря, понимал, что там происходит. Но попав в Чечню и пообщавшись с людьми, которые там живут, которые работают, которые кто-то вернулся, кто-то вообще не уезжал на время чеченских войн, я многое понял, честно говоря. Сказал господин Цуруев, ваша фамилия, если не ошибаюсь, что действительно, из всех заявителей, с которыми я смог пообщаться по сегодняшний день за 5 своих командировок общей продолжительностью где-то 8 или 9 месяцев, человек, наверное, 40 или 50 было, ни один из них не сказал, что он был за войну. Ни один не сказал, что он ненавидел русских, что он хотел войны, что он хотел убивать. Такого не было. Люди в своей массе, большинство, я не знаю сколько процентов, но точно большинство, хотели жить спокойно, хотели растить огурцы, хотели работать электриками, как один из наших заявителей, хотели простой спокойной жизни. Но началась война, а потом еще одна, и покатилась, и понеслось. Хочу перекинуть небольшой мостик к выступлению Татьяны Ивановны Касаткиной по поводу того, что происходит сейчас в современной Чечне, и что мы в ходе работы сводной мобильной группы можем наблюдать. Творится на самом деле настоящее беззаконие. Война, она, ну да, была первая кампания, была вторая кампания, и, по моему мнению, сейчас идет третья кампания, так называемая невидимой войны. Войны руководства Чеченской Республики против своего народа, против населения, которое там живет. Возглавляемая, скажем так, Рамзаном Кадыровым, его приближенными, Магомедом Даудовым, Абтелаудинов, еще множество у них подчиненных, и одноклассник Рамзана Ахматовича, Алихан Сакаев, командир ОМОНа, тоже очень много интересного сделал, скажем так. Эти люди, это небольшая компания людей, скажем так, они полностью всю жизнь простого населения в Чечне, ну, скажем так, контролируют, так называемые большие братья, которые следят просто за каждым шагом, которые приводят просто к абсолютному выключению всех институтов власти, когда не нужно, чтобы они работали, к выключению институтов, работы институтов правоохранительных органов, так как наша работа, сводная мобильная группа, связана как раз с работой по расследованию похищений пыток и убийствам людей. Мы видим работу Следственного комитета, мы видим работу прокуратуры, мы видим работу полиции. В случае, если в этих делах завязаны и, скажем так,
поработали так называемые кадыровцы, то есть работники полков ППСП-1, ППСП-2, так называемые бывшие амнистированные, которые стали полицейскими, спустившись с гор, то здесь как-то сразу Следственный комитет и прокуратура, которые, казалось бы, никакой зависимости, никакой подчиненности от местной власти не имеют, сразу же поднимают лапки кверху и говорят: ребята, извините, мы, конечно, понимаем, что здесь вот такое-то произошло, но если мы будем сейчас вызывать на допросы ОМОНовцев, то, извините, где гарантия, что нас завтра не изобьют? Потому что в Чеченской республике, в современной, где как бы закончилась война, где мирная жизнь, где все прекрасно строятся высотки, как нам показывают с экранов телевидения, телевизоров, на самом деле существует эта республика так называемого патологического страха, который охватил просто каждого человека, который там живет постоянно. Приезжая туда на месяц, на полтора, пообщавшись с жителями Чечни, можно, скажем так, прозвучит немного грубовато, хапнуть так хорошо, что, приезжая обратно, немного, так скажем, потряхивает. Тебя не пытают, тебя не бьют, но, наслушавшись всяких историй от людей, которые тебе рассказывают про то, как их забирали люди на черных приорах, на черных тонированных Тойотах Камри без номеров, люди в форме без опознавательных знаков, потом привозили на какие-то военные базы, где в подвалах пытали электричеством или делали чего похуже. Знаете, волосы встают просто дыбом. И ситуация эта не меняется абсолютно. Количество жалоб и заявлений, которые поступают в сводную мобильную группу, не уменьшаются. Чуть-чуть снизилось количество так называемых безвестных исчезновений граждан, но увеличилось количество применения пыток и незаконного физического насилия со стороны полиции. Людей, как обычно, пытают на так называемую 208 статью, то есть способничество незаконным бандформированием, также на хранение оружия, ну, такие стандартные статьи, чтобы статистику по, скажем так, боевикам поддерживать на нормальном уровне. Из практики, одно из показательных дел, это, наверное, дело исламом... Сергей, вы уже в два раза перебрали регламент, пожалуйста. Я закончу, наверное. Хочу сказать, что на самом деле сейчас ситуация, которая в Чечне происходит, и люди, которые там сейчас живут, они на самом деле все прекрасно понимают, у них нет такого зомбирования, скажем, как может быть сейчас происходит с центральных каналов, и как говорил уже предыдущий оратор о том, что есть какие-то там, может быть, пророссийские настроения в Чечне. На самом деле люди прекрасно понимают, что происходит, кто находится у власти, и единственное, чего хотят сейчас, это жить спокойно и не бояться каждого шороха, и не бояться, что ночью за тобой приедут люди на черных автомобилях и увезут тебя или твоих родственников в неизвестном направлении, потом тебя никто не найдет. В Чечне в настоящее время сейчас вот такая сложная ситуация. Спасибо большое. Очень важное дополнение. Так, поднимите руки, кто еще хотел сказать. Вот двое. Все, я закрываю список. Усман Баратов. Да, а потом вы. Вопрос? Ну, вы... Ну, в настоящее время в работе сводной мобильной группы где-то имеется около 30 заявлений о похищениях и пытках. Общая статистика годовая, вот, честно говоря, не могу сейчас цифры привести, но если необходимо, я могу вам потом эту информацию направить. Но похищений много, скажем так. Проблема в том, что люди в последние пару лет стали мы замечать такое, что... Пытать и похищать меньше не стали, люди стали меньше обращаться, потому что после того, как ты обращаешься, то к тебе обязательно домой потом приходят так называемые кунаки, решалы или кто-то еще, и мулы приходят и говорят, что давайте мы вопрос решим мирно, не хотите мирно, то будет хуже. И люди теперь начинают бояться вообще куда-то обращаться. Или пытаются решить вопросы так, что давайте напишем заявление, но, пожалуйста, наших имен нигде не указывайте. За все время, с 2009 года, мы смогли найти только одного. Это Ислама Мурпашаева, которого смогли вытащить из подвала ОМОНа чеченского. Больше, к сожалению, найти никого не смогли. Мы с 2009 работаем.
Не могу точно сказать. С 2009-го не могу точную цифру назвать, но очень много.